часть, четвертое кормление щенка. И постепенно, вот шаг за шагом, мы пришли к той позиции, что теперь уже... Герда. И постепенно мы пришли к позиции того, что теперь у нас собака уже сидит на выдержке. То есть, вы видели, да, я ее посадил, поставил тарелку напротив нее. Стал таким образом, чтобы я мог пресечь, скажем так, ее порывы без моего разрешения пройти к этой тарелке. И только после того, как она посмотрела мне в глаза, то есть был прямой взгляд в глаза, я разрешил собаке кушать. Ну, вот это вот, я думаю, что еще не заключительная часть. Заключительная часть будет, когда мы все вместе будем уже кормить собак. То есть большие, и вот Герда маленькая у нас будет... в общей тарелке. Итак, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. И все у вас получится. Спасибо.